На малой арене учебно-тренировочного центра «Новогорск» прошел ежегодный, уже шестой турнир по хоккею, посвященный памяти трехкратного чемпиона мира, участника суперсерии 72 между сборными СССР и Канады Евгения Паладьева. На льду встретились четыре команды – «Белые медведи» и «Синяя птица» из Москвы и сборные «Химок» и «Клина». Все участники – представители детско-юношеских спортивных школ. Приоритет областным командам. Естественным образом мы пригласили свою команду участие. Не важен результат, важно участие. Тем самым хоть ребята могут наиграться, вот, увидеть вот этот замечательный центр зимних видов спорта, где наши первые команды тренируются. Соперники собрались сильные. У трех команд есть свои катки для тренировок. Поэтому борьба развернулась нешуточная. Эти соревнования ежегодные и проходят одним днем по сокращенной схеме в два периода. Соперник, конечно, сильный, но у нас хороший настрой на победу. Победителем стала сборная «Клина». На втором месте гости из столицы, команда «Белые медведи». А вот бронзу в упорной борьбе вырвали «Химки» у «Синей птицы».